Сидеть в очереди в детской поликлинике стало уже не так утомительно. Юные пациенты во время ожидания смотрят мультфильмы и занимаются творчеством. И все это благодаря неравнодушным людям. Персонал детской поликлиники давно мечтал о телевизорах в коридорах больницы, чтобы малыши в очереди не скучали, а могли смотреть развивающие и познавательные мультфильмы. С недавнего времени в больнице появилось два телевизора, которые учреждению подарили меценаты, пожелавшие остаться неизвестными. Мы на самом деле действительно уже многим организациям обращались за эту помощь, но, к сожалению, они нас игнорировали. А здесь вот простые люди, то есть это не организация, это просто люди, просто наши пациенты, родители своих детей преподнесли нам такие подарки. Два телевизора и столики. Дети очень нравятся, некоторые даже не хотят заходить в кабинет, но и не хотят уходить из поликлиники. В кабинет они заходят с карандашами в руках. К этой маленькой акции подключились и другие родители. Передают заведующие для пациентов карандаши и бумагу. Примем любую посильную помощь, то есть от бумажек, от карандашиков. Может быть, у кого-то есть книжки, которые им уже не нужны, потому что детки выросли. Мы это тоже рады принять. Деткам будет чем заняться. Они будут читать и рисовать. В будущем в детской поликлинике планируют организовать выставку рисунков и фотографий, на которых запечатлены юные художники. Анастасия Махнашина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС «Орбит».